В Баткене достаточно много родителей, которые заинтересованы в том, чтобы отдать своих детей в русскоязычную школу. Поэтому единственное образовательное учреждение с русским языком обучения в городе переполнено, что вызывает массу недовольства со стороны родителей. Школа рассчитана на 640 ученических мест, однако сегодня мы обучаем 2040 детей. Одна из самых больших проблем – это перегруженность. Особенно это касается наших начальных классов. Там обучается по 54 ребенка. Учителя говорят, что миграция – одна из главных причин, по которой местные жители так активно заинтересованы в обучении детей на русском языке. Родители уверены, что, освоив язык, им будет легче семьями мигрировать в Россию. В связи с этим в кыргызскоязычных школах Баткена также открылись дополнительные уроки русского языка. Однако нехватка учителей по-прежнему остается острой. У нас увеличивается количество мигрантов, которые выезжают на заработки в Россию и другие страны Европы. Вот почему родители заинтересованы в том, чтобы их дети изучали и другие языки, кроме кыргызского. Для решения этой проблемы в Баткене будет построена русскоязычная школа, одна из 9, согласно договоренности между министерствами образования Кыргызстана и России. В настоящее время инвесторы озвучивают условия, которые необходимо учитывать при реализации проекта. Приехавший из России специальный эксперт встретился на выделенном земельном участке для школьного комплекса с градоначальниками, руководителями соответствующих учреждений и обговорили детали строительства. Отметим, что для строительства русскоязычной комплексной школы со всеми условиями на 1200 мест городская мэрия выделила 2 гектара земли в квартале Четбулак. Джибек Кабарбекова, Нургиз Абдрахманова, Максатбек Акылбеков, Рыскулбек Акматалиулу, Алатом 24, Баткен.